Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. Сегодня говорим о том, как можно вывести свои средства, полученную прибыль из программы Future Ad Pro. Окей? Итак, вот я нахожусь в своем кабинете программы Future Ad Pro. Напоминаю, что эта программа позволяет нам ежедневно зарабатывать пассивный доход. Сейчас это примерно 0,7-0,8% в день на ваше приобретенное количество пакетов рекламных, и соответственно, когда у вас накопилась какая-то сумма больше $50, например, да, вы хотите ее вывести. Как это делается? Заходим в сюда на бизнес, потом есть здесь вывод, и выбираем, собственно, как вы хотите выводить средства. Окей? То есть в данном случае у меня эти выводы уже произведены. Вот последний вывод. Сегодня 20.12. Вот последний вывод я делал совсем недавно. Вот он accepted, это он уже подтвержден. Соответственно, как я вывожу? Я вывожу обычно, вижу CoinDeal. Там достаточно все просто делается. И криптовалютная биржа вам по-любому пригодится в жизни, так что рекомендую. Вот так выглядит этот вывод. То есть выводил я, соответственно, сколько там было, 97 фьючера коинов. Вот получилось здесь 95,5. Как видите, совсем маленький процент. Дальше я захожу на маркет. И, собственно, мне нужно поменять их на биткоины. Сейчас мы отберем эту монету. Немножко подтормаживает интернет у меня сегодня. Итак, вот у нас есть FTO BTC. И так как мы хотим выводить биткоины, то я должен просто продать, соответственно, FTO, поменять их на биткоины. Окей? Здесь я, соответственно, могу выставить последнюю цену. Могу выставить все свои вот FTO. Да? Вот он мне показывает, сколько FTO у меня находится. И нажимаю на кнопку «Продать». После чего наш ордер появляется здесь в продажах. И мы получим в дальнейшем биткоин. Соответственно, как только сделка будет осуществлена, у меня здесь в воллетах появится уже биткоин. После чего я буду выводить этот биткоин уже на любой свой кошелек биткоинов. В данном случае я пользуюсь кошельком Local Bitcoins. Это такая обменная служба, обменный сервис. Вы можете это делать как в гривну, так и в другие валюты национальные. Поэтому он и называется Local Bitcoins, да, то есть местные биткоины. Дальше просто выводится на карту. Я вывожу обычно на PrivatBank. И, собственно, на этом все. И еще хочу дать вам небольшую подсказку, как это делать. Значит, вам может показаться, что вывод происходит достаточно долго. Это может занимать двое суток, это может занимать неделю, даже больше. Но если вы сразу же после того, как вы оформите вот эту операцию на вывод, напишите в саппорт, например, на следующий день, просто после того, как вы оформили вывод, напишите в саппорт, что вот здесь есть саппорт, клавиша, напишите в саппорт, пожалуйста, проверьте мой вывод, или, пожалуйста, ускорьте мой вывод и так далее. И вы буквально на следующее же утро увидите, что вывод произведен. То есть, походу, у них достаточно большое количество операций. И для того, чтобы ваша операция не стояла в последнем ряду на вывод, да, нужно просто написать в саппорт. Я этим регулярно пользуюсь, и работают как часы. Собственно, вот такая система вывода из Future Ad Pro. В описании к этому видео я дам также доступ бесплатный вот к этому моему обучающему курсу, как зарабатывать деньги с помощью этой программы. Вы здесь увидите порядка 80 видеороликов на тему FutureNet, Future Ad Pro. И, в принципе, это программа, которую я могу рекомендовать вам, потому что я работаю с ней уже около года, никаких проблем нет. За год я раз в 6 увеличил свой стартовый депозит. Также почему? Потому что у вас здесь есть возможность работать с партнерской программой. Ну, в общем,
грубо говоря, тфу-тфу-тфу, не нарадуюсь. Так что компания развивается, и рекомендую, вы можете присоединиться к этой компании и посмотрите эти видеоролики, они помогут вам разобраться. Всего хорошего!